Приветствую, уважаемые, меня зовут Эндрю Браун, вы на канале Путь Режиссера. В прошлом видео мы говорили о звуковых эффектах, сегодня поговорим о музыкальном сопровождении. Если уж так случилось, что вы занимаетесь коммерческой видеосъемкой, то рано или поздно у вас возникнет вопрос подбора музыки к вашим видео. И у вас будет два пути. Первый – это, естественно, покупка лицензированной композиции или же скачивание ее в интернете. Второй вариант – это написание самостоятельно. И, как правило, люди выбирают первый вариант, потому что проще всего. Но я хотел бы заинтересовать вас вопросом, касаемым написания самостоятельно композиции. Теперь давайте перейдем непосредственно к делу. Что нам понадобится? Это компьютер любой, Windows, Mac, неважно. Мышка, клавиатура, возможно, какой-нибудь инструмент, вроде как MIDI-клавиатуры, допустим, как у меня тут есть. И программа. Программа на Windows, самая простая, это Fruity Loops. Чаще всего используется, простая в своем функционале и абсолютно доступная. На Mac это Logic Pro. Есть, естественно, другие альтернативы, но я вам описал самые такие вот простые, понятные и которые я использовал. В данном случае я буду показывать пример на Logic Pro, но в принципе система никак не отличается от Fruity Loops того же. Да? Поэтому давайте мы будем рассматривать несколько примеров. Я покажу, как я создавал к этим примерам музыку. И впоследствии мы возьмем просто какой-нибудь футаж мой и создадим с нуля композицию. Поэтому что? Поехали! Итак, приветствую вас. Мы находимся в Logic Pro 10, и я показываю композицию, которая играла у нас в самом начале ролика с танцующей девушкой. Logic очень хорошая программа для того, чтобы именно качественно производить запись музыки под конкретный футаж. То есть здесь есть определенное меню, так называемое Music for Pictures, то есть конкретно мы работаем для нашего видео. Мы можем его сюда подгрузить, выставить в нужное положение и сыграть музыку прямо в соответствии к тому видео. Но это не обязательно. То есть мы можем и не использовать это, но это так, чисто вам для общего развития функция. У нас здесь всего 4 инструмента. 3 инструмента это в основном пэды, так называемые атмосферные инструменты. И здесь, если слушать по одному, то каждый из них дополняет друг друга. То есть использован так называемый layering. То есть вы берете и создаете несколько слоев. В принципе, они могут быть и одинаковые по мелодике, а могут быть и разные. И также разная тональность, разные вот эти все вопросы, они дополняют друг друга. Таким образом формируется такая целостная атмосфера. Давайте послушаем, допустим, первый инструмент. Теперь второй. И третий. Здесь такая смесь синтезатора и роковой гитары получается. Но слышится это все и ощущается, как будто такая хардовая хорошая гитара. Здесь представлена более роковая композиция, такая тяжелая музыка, скажем так, да. И здесь тоже эксперименты, все сделано ручками, да, то есть единственное, это драм-машина использовалась в качестве, да, каких-то вот ударных, и несколько гитар. Послушаем. Тоже мы здесь видим, что в принципе менять все можно, использовать драм-машину можно по-разному, то есть
4 удара могут быть такие, далее вы можете просто поменять некоторые детали в самой драм-машинке, и не будет никаких проблем. Просто давайте послушаем вместе с небольшим атмосферным падом всю полностью вот композицию. Точнее, ее основной массив, я бы так сказал. Думаю, с этим понятно, это уже примерно готовые композиции. Давайте попробуем создать нечто уникальное под какой-нибудь футаж вместе со мной. Поехали. Итак, мы открыли Logic, и перед нами такая вот картина. Мы выбираем, естественно, Music for Pictures. Далее перед нами представляются куча инструментов, да, уже подготовленных, уже обработанных эффектами. То есть они уже готовы к использованию, нужно просто лишь начать играть. То есть здесь есть стандартные такие вот инструменты. Конечно же, вы можете добавлять сюда свои, то есть там драм-машину какую-нибудь, да, и так далее. Убирать, удалять, то есть неважно. Но этот режим, он позволяет вам вставлять помимо аудио сюда и видео составляющую, на которую вы непосредственно будете записывать вашу композицию. Ставили вот такое видео, допустим, да, пара улыбается с ребенком, все хорошо. Давайте что-нибудь под это запишем, посмотрим, какие у нас инструменты есть. Также вот вы можете посмотреть видео без звука. И что мне нравится, сначала задать какую-нибудь атмосферу. Выберем такой инструмент. Давайте попробуем что-нибудь сыграть. Мы включаем запись и потихонечку начнем. Немного здесь подредактируем, то есть вы можете абсолютно, естественно, по-разному это делать, но в данном случае я ощущаю это все так и пишу все таким образом. Прекрасно, у нас есть атмосфера, теперь давайте придумаем какую-нибудь мелодию. Я думаю, что нужно здесь взять пианино и наиграть что-нибудь такое не совсем серьезное и не слишком веселое. Для этого футажа вполне себе достаточно. Я думаю, что не нужно перегружать зрителей слишком эмоциональной, экспрессивной подачей, потому что все это есть в принципе на изображении, и мы лишь подчеркиваем, даем какую-нибудь нотку, настроение и связываемся таким образом со зрителем. Поэтому здесь достаточно, и на этом, пожалуй, закончим. Я надеюсь, это видео вам поможет. Но если вы сами не попробуете и не испытаете этот опыт на себе, то, естественно, то, что я буду говорить здесь, рассказывать, абсолютно точно не будет иметь никакого смысла. Поэтому пробуйте. А на этом все. С вами был Эндрю Браун, канал «Путь режиссера». До новых встреч!